решил снять фонтан, его вчера открыли к дню города. Чтобы было у меня видео всех фонтанов Херсона, за 8 лет у меня собралось, чтобы сделать ролик. И увидел, девушка так красиво делала селфи, подруга ее снимает на телефон, смотрите, в фонтанах. Это будет действительно красиво для социальной сети, что если кто глянет вот такое вот видео, как она позирует, это будет действительно очень красиво. Хорошо сделаны вот эти препинания потоков воды, красиво. Ну и дальше будет разный вид, как на памятник Потемкина смотрится по центру. А тут, смотрите, идет человек уже предпенсионного почти возраста, тоже себе селфи делает. Вот так вот смело прошел. Вот такие жители Херсона у нас отчаянные. Когда-то там в других городах показывали фонтаны, они хоть там и больше бывают по размеру, но тут что-то хорошо вписался фонтан так в эту всю площадь такую. Арт получился красивенький, водяной у нас в Херсоне. Смотрите как. Ну, звук воды громкий, шум такой вот от воды, но приятный шум. Красиво. Вот вы можете видеть, как на памятник Потемкина сейчас будет вид. Смотрите. Это как визиточка города. Такой можно заставку добавлять в любые ролики. Вот это вот сейчас то, что вы видите, кадры. Ну и дальше посмотрите уже под музыку, как девушка еще дальше селфи продолжит, будет идти вдоль этой аллеи. Ну, надо красивое замечать, потому что жизнь у нас одна, и надо радоваться каждому дню. Повышайте свою энергетику тела и радуйтесь жизни. Вот такой наш город. Конечно, лучше бы его было переименовать. Под видео есть ссылка, какие варианты в петиции были горсовета на переименование Херсона. Тогда было введено правило, ужесточили собирание подписей через банк ID, и мало людей подписалось под петицией. Потому что название города это много значит. Оно отражается тоже на жителях.